Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот в предыдущем видеоролике я рассказывала, что семена перца колокольчик, свои мои домашние, заставили меня сделать, как сказать, незапланированный посев быстро-быстро, потому что проклюнулись буквально на второй день. И вот сейчас я вам покажу, отодвину. Конечно, из всех тех, которые я замочила до наклевывания, они проклюнулись единственные. И мне пришлось во всем лотке высевать только их, потому что ждать я больше не могла. Как я это делаю? Делаю углубления бороздки вот такие. Я потом хотела все тщательно показать, но покажу более тщательно. А сейчас раз так. Потом стимулирующим раствором питательным, вот в данном случае у меня сейчас эпин, ой-ой-ой-ой, много перелила. Я смачиваю, ой, тороплюсь, ничего не получается. Потом чуть он, когда впитается, раскладываю вот эти маленькие семянки, беру прям пинцетиком и вот так по одной штучке их раскладываю. Вот я взяла, так как колокольчика мне надо мало, разложила всего 2 рядка. Остальные, естественно, придется мне вот эти вот, они мне уже не нужны, тут вот есть с росточками. Но так как я не знала, какая будет схожесть у семян, я насыпала побольше, и так как семян у меня таких много, взяла только столько, сколько войдет в 2 рядочка, потому что мне нужно всего 5-6 кустиков, не больше. Все, вот я их все разложила. Я их буду заглублять не более 1 сантиметра. Поэтому я вот пока она, вот эта дорожка мягкая, жидкая, я вот так чуть-чуть семена углубляю. Вы видите, как я туда их прям совсем-совсем немножко. И осторожно, чтобы росточки не повредить. Потом сверху я намочу еще немного, ну тоненькую сделаю, вот эту вот питательной тоненькой струйкой. И сверху немножко засыплю землей. Вот смотрите, здесь у нас уже 0,5 сантиметра глубина, ну бороздка и углубление. Я прям чуть-чуть-чуть, 0,5 сантиметра еще над ним будет, и не больше 1 сантиметра перец заглубляю. Так, ну вот эти семена, все, я убираю, я их буду. И хочу сказать, что те семена, которые я сею в небольшом количестве перец, я выбираю только те, которые проклевываются в первую очередь, остальные, конечно, они мне уже не нужны. Все, и вот в этом в большом лотке у меня будут только пока 2 рядочка перца колокольчик. Остальные магазинные не проклюнулись. Но вот в ранних посевах и вот в том, что до наклевывания, конечно, это большое неудобство, что какие-то проклюнутся раньше, какие-то проклюнутся позже, и мне придется весь этот лоток по 1, по 2 рядка вот сюда высаживать. Но делать нечего. Такие вот семена у перца. И я хочу... Зачем я так мучаюсь, вот наклевывать, да не наклевывать? Просто для того, чтобы я вот посеяла вот эти перцы, я знала точно, что они у меня взойдут и что они у меня будут. И почему тороплюсь сеять сразу, вот как только появились вот эти маленькие росточки? Но это ясно почему. Потому что росточки у перца очень-очень нежные. Вот видите, вот этот уже длинненький. И если они вырастут чуть длиннее, чем нужно, то при посадке, вот даже при транспортировке, когда вот я беру их пинцетиком, переношу, когда вот заглубляю, могут они обломиться. Поэтому я вот советую начинающим, кто начинает, конечно, удобнее работать с семенами, которые вот только-только показались росточки, они маленькие, с ними можно сильно не осторожничать, потому что они не обломятся, они вот показались, вы уже... Увидели, что он жизнеспособен, этот перец. Он даст вам точно уже гарантированно росточек. Разложили. Вот так немножко я их все заглубила. Сейчас чуть-чуть полью питательным раствором. И закрою чуть-чуть влажной землей. Все. Сверху я постелю эту пленочку, чтобы не высыхала и чтобы не образовывалась корочка. И буду ждать ростков. Вот. Оказалось, самый первый посев у меня, как я вам говорила, что первыми буду сеять сухие семена, потому что они дольше, а эти пока наклюнутся, пока проклюнутся. Вот жизнь внесла коррективы в мои планы. Первыми пришлось сеять семена, которые я до наклевывания замачивала, а именно перец.
колокольчик острый, от которого я вообще не ожидала такой скорости, что он проклюнется на следующий день. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это мои вынужденные первые посевы, потому что семена перца очень быстро проклюнулись.